Экономическая динамика поменялась с отрицательной на положительную. С докладом о ситуации в сфере промышленного производства на заседании правительства выступил Александр Ладышкин. Объем отгруженной продукции в 2016 году составил 142 миллиарда рублей. Это на 18% больше, чем в предшествующем году. В 2016 принят закон о промышленной политике в Ивановской области, который определил формы стимулирования на региональном уровне. В частности, возможность заключения в регионе специальных инвестконтрактов, позволяющих получить льготную ставку по налогу на прибыль, вплоть до обнуления. Сейчас готовится соответствующий порядок и изменения в региональные законы налоги на прибыль. Сейчас на территории региона реализуют 4 крупных инвестпроекта, направленных на импортозамещение. Но главный все-таки впереди. Кредитное финансирование на строительство комбината синтетического волокна одобрено. Наличие такого предприятия в регионе позволит спланировать развитие экономики на ближайшие 15-20 лет. Комбинат обеспечит сырьем уже существующие инновационные текстильные производства, такие как «Протекс», специализирующийся на производстве флиса, ультрастаб, на выпуске геотекстиля, неотекса, на смесовых тканях и так далее. И самое главное, откроет возможности для запуска целого ряда новых предприятий-переработчиков штапельного волокна и гранулята. Подробно другие докладчики остановились на кадровом вопросе. Например, президент компании «Нейрософт» пожаловался на нехватку инженеров. И это при том, что зарплаты на предприятии более чем заманчивые. Крайне нужны, например, инженеры-разработчики и маркетологи, продажники сложной продукции. Вот мы, например, много лет не можем найти себе готовых инженеров-электронщиков, при том, что у нас есть энергоинститут, с которым мы очень дружим, так сказать, вот есть проблема. Вообще надо вкладывать деньги в престиж инженерной профессии. 90-е годы не прошли бесследно, уже немножко люди ушли из инженерной в другое, то есть это вот никуда не денется. Нужны инженеры, как ни странно, нормальные инженеры, мы их найти не можем. Лидер областного отделения профсоюзов Александр Мирской свои мысли касаемо экономики выразил жестче остальных докладчиков. У ряда предприятий многомиллионные долги перед сотрудниками. У простых работяг, на которых держатся немногочисленные фабрики и заводы, очень низкие зарплаты. Заработная плата в абсолютных цифрах в прошлом году выросла на 4,5%. Но это при том, что реальная заработная плата упала на 2,6%. С начала 2015 года она составляет чуть более 21 тысячи рублей, и реального роста не наблюдается. Почему в регионе держится низкая заработная плата? Губернатор все сказанное с трибуны подытожил весьма философски. Для того, чтобы нам двигаться и развиваться, еще очень важно, как сказано в известной книге, иметь все-таки восторженный образ мысли и верить в то, что мы, куда мы двигаемся. В противном случае движение остановится и тормознется. Поэтому, коллеги, есть условия, на них надо наложить нашу позитивную деятельность, позитивное настроение и уверенность. Тогда мы с этой задачей, безусловно, справимся. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.